Меня зовут Павлова Татьяна. Я региональный полевой эксперт компании «Сингента» по территории Саратов. Мы находимся на Волжском поле в КФХ «Рыбкин» Екатериновского района. На поле созимой пшеницы, где заложен опыт с разными нормами высева, 4,5 миллиона, 3,5 и 2,5 штук на гектар. Сорт озимой пшеницы «Ермак». Посев был проведен 27 августа 2022 года. Предшественником были пары. В качестве продукта по защите семян был использован Vibrance Integral в норме 1,75 литра на тонну. Такой опыт мы закладываем уже второй год подряд. Спрашивается, зачем? Саратовская область относится к зоне рискованного земледелия. Годы по погодным условиям не одинаковы. Проанализировав три последних года, мы можем сказать, что 2021 год был засушливый, 2022 год был влажный, и 2023 год также влажный, то есть благоприятный для создания хорошего и стабильного урожая. Но мы хотим получать урожай ежегодно, независимо от погодных условий, снижая при этом затраты на возделывание культуры. Я в Сингенте работаю 5-й год. И постоянно нахожусь в полях. И когда у нас начинаются весенние объезды посевов озимой пшеницы, приезжая на поля, зачастую мы видим, количество стеблей на квадратный метр доходит до 2000, 2200, 2500. А потом у нас начинается жара. И действительно у нас лимитирующим фактором является влага. И начинается сброс стеблестоя. И к уборке, к сожалению, у нас доходит 400, 500, 600 стеблей максимально на квадратный метр. Погодные условия, к сожалению, мы контролировать не можем. Но, зная биологию озимой пшеницы, мы можем ею управлять, получая заодно густоту стояния к уборке, при этом оптимизируя питание и потребление воды из почвы. Поэтому мы приняли решение, можем ли мы получать хороший стабильный урожай, снижая норму высева, используя топовый продукт Vibrance Integral, который имеется в нашем портфеле. Мы сейчас с вами находимся на делянке с нормой высева в 2,5 миллиона. Проведя промежуточные учеты, мы имеем 175 растений, 518 продуктивных стеблей, коэффициент кущения 3. А на варианте с нормой высева 3,5 миллиона штук у нас количество растений составило 255 штук на квадратный метр, количество продуктивных стеблей 517, коэффициент кущения 2, что меньше практически на единицу, чем на норме высева 2,5 миллиона. На варианте с нормой высева в 4,5 миллиона количество растений 340 штук на квадратный метр, количество продуктивных стеблей 518 штук на квадратный метр, коэффициент кущения 1,5, что гораздо меньше, чем на вариантах с нормой высева 3,5 и 2,5 миллиона штук. С каждого варианта опыта мы срезали колосья с одного погонного метра и разделили на крупные, средние и мелкие. Что же мы видим? На варианте с нормой высева в 2,5 миллиона преобладают средние колосья. На варианте 3,5 миллиона преобладают крупные колосья. И на варианте с нормой высева 4,5 миллиона преобладают мелкие колосья. Мы можем сделать вывод, что чем выше норма высева, тем больше колосков подгона. А это может сказаться негативно на урожайности озимой пшеницы. А чем же отличается Vibrance Integral от других продуктов по защите семян? Vibrance Integral – это готовый инсектофунгицидный продукт с максимальной защитой от почвенной, семенной инфекции и вредителей. А также в его состав входит седоксан, который не только пролечивает корневую и прикорневую зону на каждом варианте опыта, но и способствует развитию мощной корневой системы также на всех вариантах опыта. А развитая корневая система позволяет получить мощную соломину, что повлияет на налив зерна и увеличение урожайности озимой пшеницы. По результатам проведенных опытов мы можем сделать выводы,
что, применяя Vibrance Integral на сниженных нормах высева, мы увеличиваем площадь питания для каждого растения, тем самым увеличиваем коэффициент кущения, размерность и озерненность колоса, что приведет к увеличению урожайности озимой пшеницы. А вы еще не защищаете свои семена Vibrance Integral? А зря! Используя Vibrance Integral для защиты семян, знайте, что ваш будущий урожай под надежной защитой.